Доброго времени суток, дорогие подписчики, с вами канал CryptoxBlog, и сегодня у нас топ-3 токена, которые стоит прикупить в 2020 году. Количество токенов, которыми можно пользоваться в криптоэкономике, исчисляется сотнями, но лишь немногие из них заслуживают внимания инвесторов. Каждый год составляются прогнозы аналитических служб, указывающих на то, куда же стоит вложить свои средства. В 2020 году предлагается инвестировать в несколько токенов. Рассмотрим трое из них. Первое место – это GSX токен. Почему эксперты отдают пальму первенства именно ему? Особого секрета нет. Данный токен обеспечен самым надежным активом, что известен нашей цивилизации, то есть золотом. Компания Apollo Fintech, создавшая монету, сделала верный расчет. Они отлично понимают, что виртуальные активы почти перестали интересовать инвесторов, и им требуется нечто надежное и осязаемое. И золото подходит для этой цели, как никакой другой металл. Да, не стоит думать, что у компании находится в распоряжении огромная банковская ячейка, где лежат золотые слитки. Все намного прозаичнее. Они владеют золотым рудником Зимбабве. Участок земли, принадлежащий им, содержит в себе золото и платину. Итак. GSX обеспечен настоящим физическим активом – золотом. Планируется расширение участка, а также закупка нескольких новых рудников. Держателям токена GSX разрешено быть бенефициарами права на участок, то есть они могут не переживать о том, что потеряют свои вложения, даже если вдруг проект прекратит работу. Токен называется монетой постоянного роста. Что же это означает? Цена золота и участка, где оно есть, все время повышается в стоимости, значит и токену обеспечено повышение в цене. Все резервы проекта регулярно подвергаются проверке аудиторскими компаниями, так что мошенничество полностью исключено. Монеты можно выкупать за золото, то есть те, кто является держателями токена GSX, получают право на дивиденды в размере не менее 50% от золота и полезных ископаемых, которые будут перерабатываться. Что же у нас получается в итоге по токену GSX? Поскольку он обеспечен золотом, то ему не страшна и волатильность, которая оказывает определяющее воздействие на криптовалютный рынок и разоряет множество перспективных криптовалют. Команда планирует еще прикупить участки, а значит, стоит ожидать роста капитализации токена. Кроме GSX, есть еще несколько токенов, которые стоит вложиться в этом году. Еще один из них – это токен OKB. OKB. Согласно отчету аналитического агентства Token Insight, в этом году цена токена выросла на 20%. Это один из лучших показателей среди всех котируемых токенов на крипторынке. Чем так привлекает он инвесторов? Сначала стоит сказать, что он входит в структуру одной из самых известных бирж активов – OKX. Если посмотреть статистику, то по объему торгов биржа крупнейшая в мире. Каждый день заключаются сделки на десятки миллиардов долларов. Сам токен работает на платформе эфириума, и каждый день торгуются токены на сумму, превышающую показатель 100 миллионов долларов. Токен включен в листинг таких известных площадок, как OKX, Coinol, DragonX, BitMEX и других. Сама платформа продолжает расширять свой функционал, блокчейн модифицирует. Рентабельность вложений в OKB составляет примерно 100%. Это показывает, что у токена есть возможности для дальнейшего продвижения и повышения капитализации. А статистика за первые полгода 2020 года указывает, что инвесторы продолжают вкладываться в него и не ждут плохих новостей. Пожалуй, это один из немногих токенов, для которых волатильность не является определяющим параметром. Стоит вложиться и в него. Еще один токен, заслуживающий внимания в этом году – ZT. Он входит в состав платформы ZBG. Она занимает 7-е место в мировом рейтинге криптоплощадок по ликвидности активов. Работает площадка в Китае. Растет очень быстро. Листинг уже превышает 100 пар и постоянно пополняется новыми валютами. Безопасность у них непревзойденная. Да еще они и поддерживают фиатные валюты. Есть мобильные приложения.
а комиссия ниже, чем на многих других площадках. Токен ZT фиксированный, и его число не будет меняться. Его регулярно выкупают и сжигают, чтобы обеспечить не только стабильность, но рост цены в будущем. Работает он на базе блокчейна эфириума. Купить возможно на площадках X, BV и Dobby Exchange. По мнению экспертов, ZT является одним из самых перспективных токенов, созданных в азиатском регионе. За первое полугодие 2020 года его стоимость выросла также на 20%. Это хороший показатель для токена. Считают, что он тоже достоин внимания инвесторов, и в него стоит вложиться, чтобы увеличить свой депозит. Итак, что мы получаем в итоге нашего обзора? Проанализировав динамику развития токенов за этот год, можно с уверенностью сказать, что три из них, а именно GSX, ZT и OKB, показали впечатляющую динамику роста своей капитализации. Каждый из них интересен по-своему. GSX обеспечен золотом, и ни одна монета не имеет такого надежного актива, как этот токен. Компания собирается прикупать еще больше активов земли и рудников, так что инвестиции в него очень выгодны. Волатильности он точно не боится. OKB принадлежит крупнейшему бирже по объему торгов, которая пользуется заслуженной репутацией у пользователей и инвесторов. Рентабельность вложений в токен составляет не менее 100%. Впечатляющий показатель. А ZT, в свою очередь, принадлежит одной из самых быстрорастущих китайских бирж, и она наращивает свои активы с огромной скоростью, включая в себя множество других монет. Безопасность у них на уровне. Так какой же токен выбрать, спросите вы? Если есть финансовые возможности, вкладывайтесь во все три, депозит сможете увеличить на порядок. Если нужен постоянный стабильный рост токена, GSX – оптимальный вариант. Если хотите резко увеличить прибыль, тогда ZT или OKB. Есть из чего выбирать. Желаю всем хороших вложений и сделок. С вами был канал CryptoXBlock. Благодарю за внимание. Оставляйте свои комментарии, лайки, также вопросы. До новых встреч!